Она так вот вниз, туда, в сторону, вверх. А не надо снизу привязать к руке? Она привязана. А, на к вам? Да. Ну, в смысле, если что, она нам будет болтаться. Да. Мы все вместе, к нам. Все, я поняла. Так. Как одна целая. Параплан Гудаури, Вероника, Дима, поехали. Поехали, давай. Поехали. Я подожду. Нормально, да? Нормально, нормально. Что она так легко поднимется. Я в Сочи летала на Розе Хутор, там надо было бежать. Тут зависит от ветра, от пилота, у каждого свои техники. Ну вот, честно говоря, там момент вот для меня был не очень приятный. Ну, там вроде на кого бы попадешь. Вроде ничего такого страшного, но знаете, вот... Ну да, ответственность все-таки. Мне хотелось уже упасть в эту люльку, а он... Не-не, беги, беги, давай. Ну, да. У нас такая техника. Считаю, что просто дополнительный риск идет, потому что клиент всегда может ошибиться, клиент тоже не подготовлен. Лучше, когда вот так. Да, я согласен. А посадка там тоже? Ну, я тоже не увидела с его стороны никаких-то особых. Поднимать ноги. А, просто даже ноги поднимать? Видите, а мне надо было наоборот на них садиться. Нет, ну вот да, мне надо было на своих кроссовках. Нельзя. Ну потом ставить, после меня. Ага. Это ну по всем правилам от того, что. Сейчас теплый воздух поймаем побольше, повыше подъемся. Это французская система давно уже существует. Ваша? Да, система старта. Ага. Я же могу за это держаться? Да. Нельзя только за средства. Ага. Я бы это сказал. Что это угу. Вот она, арочка, дружба народа. Либо сразу потом. А мы его сейчас набираем? Сейчас набираем. А пока еще нет. А. Когда пойдем, то у нас там комплект. И постепенно полетим. Как это нам нужно? Сейчас мы просто ждем, пока он появится. Сейчас там немножко есть, вот так. Здесь еще не началось. Не, просто чем ближе к. Скалом, но это так немножко это напрягаешься. Правда, чем мы ближе летим, тем теплее воздух. Он сгреется от скалы. Ну вот я то, что говорил, именно даже. Он нас и поднимает. А, это смотрится так немножко страшно. Рельеф. В целом вся земля, когда ты летишь, смотрится не так, как обычно. Да, это точно. А вам это силы дается направлять? Да нет, это ну, когда учишься, да, вот сейчас нет. Там как-то есть навык. Посадка или... Нет, когда начали повыше еще подниматься, он покатил. Слушайте, ну я, честно говоря, удивлена, что он вообще спокойно... Не, просто он у меня товарищ, я поэтому хотел, чтобы он полетал, чтобы это вообще что-то иное было в его жизни. Ну, да. Потому что у него немножко есть такое там панические всякие состояния. Здесь что-то есть. А это ваше? Это ребята местные, тренируются. А может мы от них подальше? Не, я их знаю. И
Не, просто у меня смешанный опыт по лыжам и как-то... Я же смотрю, чтобы он не подлетал. Ты что, я улечу? И я им не очень доверяю. Не знаю. Я себе опыт вообще бешен. Да мне папа ваш рассказал, я поэтому от них подальше держал. Да, да, да. Не знаю. Поэтому я и слежу за этим. Когда поднимает, мы то ближе к центру потока, то у нас сильнее поднимает. Сейчас в центр поднимает. Сильнее поднимает. Сейчас, когда чуть-чуть выйдем, будет слабее поднимать, немножко потряс. Ну, это естественно, потому что поток рядом. А если я вообще уйду из потока, не трясет вообще, то мы потихоньку туда снижаемся. Даже мотора нет, мы пользуемся только потоком. Поэтому так. А вот такого, чтобы резкое падение произошло, это невозможно, да? Ну, оно бывает, что мы выпадаем из потока, оно так раз сложилось, разложилось. Потому что мы же все время снизу даем давление, мы же тяжелые. Нет, я имею в виду, вот такого резкого падения на землю не может произойти. Нет, но за пустой парашют с собой еще. А. Как бы это случайно. У нас очень много всего, запасов всяких. А у вас вообще не реагирует тело с точки зрения дискомфорта какого-то? Ну, на это уже не реагирует. Поначалу реагирует у всех. Ну, привыкает. Человек такое существо, по-моему, ко всему привыкает. А, это точно. Это точно. Казбек красавец. Да. Какая-то техника, может дышать как-то по-другому, чтобы меньше тошнило. Нужно чаще дышать. Мы когда выше поднимаемся, то кислорода меньше. Потому что само по себе. И желательно дышать чаще. Ну, это, чтобы просто было больше кислорода, и оно туда не хочется никакие вот эти вот не укачивать, меньше укачивать. Чаще или глубже, кому как проще. Плюс